Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. В эфире новости на восьмом. Это значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Владивосток готовится к празднику выпускников. На опорах Золотого моста начали устанавливать световое оборудование для шоу «Крылья Востока». «Крылья Востока» – первый подобный праздник в нашем регионе. Он сделан по образу алых парусов, но ни капли не повторяет их. Отремонтировать, заасфальтируют, установят. 10 улиц Владивостока приводят в порядок по проекту «Безопасные и качественные дороги». Заморские гости, пингвины Гумбольдта, привезенные в Приморье из чешского питомника, успешно прошли акклиматизацию и переведены в главный корпус океанариума. Ну, очень хорошо, им очень нравится, большой бассейн, много света. Также в выпуске. Водолазы Тихоокеанского флота разминировали 350 боеприпасов, обнаруженных на дне бухты у причалов Владивостокского порта. И еще расскажем. Татары и башкиры Приморья отметили Сабантуй – праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Две металлические сабли обнаружили владивостокские таможенники при оформлении на вывоз автомобиля Mercedes-Benz морским паромом в Республику Корея. Товар был спрятан в багажнике. Российская компания от имени гражданина Южной Кореи предоставила таможенную декларацию на автомобиль Mercedes-Benz и находящиеся в нем принадлежности для гольфа. Однако при таможенном досмотре, помимо задекларированных товаров для гольфа, в багажнике автомобиля таможенники обнаружили две незадекларированные сабли. На эфесе одной из них имеется гравировка «За храбрость», на ножнах изображение креста и короны. В ходе проведения фактического таможенного контроля автомобиля марки «Мерседес» во вложениях данного автомобиля находились две сабли, не указанные в товарно-сопроводительных документах. На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении. Товар арестован. В дальнейшем товар будет направлен на проведение экспертизы с целью установления отношения его к объектам культурной ценности. Отметим, что ответственность за недекларирование по установленной форме товаров влечет наложение штрафа в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения с конфискацией товара. В продолжении темы. Четыре природных изумруда стоимостью около 200 тысяч рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни на почте Владивостока. Две посылки с драгоценными камнями прибыли из Таиланда в адрес жителя столицы Приморья. Получатель ценных посылок, как установили оперативники таможни, знал о запретах и ограничениях при ввозе драгоценных камней из-за границы, однако намеренно организовал их поиск, приобретение и пересылку в Россию. По оценке экспертов, изъятые драгоценные камни являются природными изумрудами в прямоугольной огранке. Вес каждого из них от 1,5 до 2 карат, а общая стоимость 194 тысячи рублей. В отношении гражданина на данный момент возбуждено 2 административных дела. К другим темам. Водолазы Тихоокеанского флота разминировали боезапас, обнаруженный на дне бухты у причалов Владивостокского порта. Они подняли со дна бухты «Золотой рог» около 350 боеприпасов, обнаруженных недалеко от глубоководных причалов Владивостокского торгового порта, сообщила пресс-служба ТОВ. На дне «Золотого рога» в ходе ежегодного осмотра стояночных мест в порту были найдены снаряды и мины. Специалисты предположили, что боезапас мог быть утерян в военные и первые послевоенные годы при погрузке на морские транспорты. Грузовые суда большого водоизмещения, швартовавшиеся здесь, существенно размыли винтами и листы грунт и частично обнажили боезапас, который на площади нескольких десятков метров практически устилал морское дно. После тщательного обследования дна водолазами ТОВ и анализа полученной информации, командующий Тихоокеанским флотом принял решение о разминировании акватории силами водолазных специалистов отряда спасательных судов Управления поисковых и аварийно-спасательных работ, допущенных к работе со взрывоопасными предметами, говорится в сообщении.
Стоит отметить, что к работе привлекли группу из 10 водолазов-подрывников и 2 специальных водолазных судна. Также охранялись подходы к потенциально опасным участкам причальной стенки. Операция по обезвреживанию боезапаса проводилась в течение недели. Водолазы работали попарно на глубинах от 12 до 14 метров с соблюдением всех мер безопасности. Снаряды и мины переправляли на водолазных катерах, затем морем перевозили к отдаленному причалу и доставляли на полигон, где методом подрыва уничтожали. Все участники боевого разминирования будут представлены к наградам. Тем временем 10 улиц Владивостока комплексно ремонтируют по проекту «Безопасные и качественные дороги». Благодаря реализации федерального проекта доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям в этом году, возрастет на 9%. Также идет и масштабный ремонт тротуаров. О том, как ведутся строительные работы, расскажет Катерина Матвеева. Бестужева, карьерная прапорщика Комарова, Светланская, спортивная, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русская и Порт Артурская. В списке улицы Владивостока, на которые приходится основная транспортная нагрузка. До конца этого года будет отремонтировано 12 километров дорог. Сейчас дорожные бригады устанавливают бортовые камни, укладывают новое покрытие на пешеходных зонах и проезжей части. 460 миллионов рублей. Именно столько было выделено из бюджетов разных уровней на то, чтобы привести дороги, говоря чиновничьим языком, в нормативное состояние. Владивосток остро нуждается в развитии транспортной инфраструктуры. Хорошее подспорье в этом федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», стартовавший в 2017 году. В этом году нам предстоит большой объем работ. Завершение очередного этапа приоритетного проекта позволит улучшить ситуацию с транспортными потоками в городе и ликвидировать ряд аварийно-опасных участков. Но нам необходимо не только привести в порядок все существующие дороги, но и строить новые – объездные, дороги-дублеры и транспортные развязки, заявил глава Владивостока. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 10 улиц, 8 лестниц и 5 подпорных стен. Заасфальтируют 130 тысяч квадратных метров дорог и более 20 тысяч квадратных метров тротуаров. Демонтируют более 2600 метров трамвайных путей. Установят около 30 тысяч бортовых камней и 12 новых остановочных павильонов. Заменят более 600 люков и решеток инженерных сетей. Самый важный объект – улица Светланская. Работы идут с опережением графика. Переустановлено 80% бортовых камней, уложена новая брусчатка. Готов нижний слой асфальтобетонного покрытия от ДВГТУ до цирка. Ведется подготовка щебеночного основания под асфальтирование межпутья на участке от улицы Капитана Шефнера до остановки Дальзавод. Параллельно продолжается ремонт пешеходных зон. Весь комплекс ремонтных работ на Светланской планируется завершить к 1 сентября. Контролируют качество работ специалисты администрации Владивостока, администрации Приморского края и Далеправавтодора. Кроме того, за реализацией приоритетного федерального проекта наблюдают общественные организации. Катерина Матвеева, новости на Восьмом. Грандиозный праздник для молодых и активных жителей Владивостока – День М, или День молодежи, прошел в приморской столице в минувшие выходные. Празднование прошло на спортивной набережной. Развлекательные и образовательные площадки, спортивные треки, уютные места для творчества и, конечно, вечерний концерт – все под одной крышей объединил молодежный фестиваль. Хедлайнером вечера стал участник проекта «Песни» на канале ТНТ Максим Анисимов, известный под псевдонимом Максим Свобода. Наш корреспондент также побывал на праздновании. О том, как отметили День М в городе В, расскажет Дмитрий Беломестнов. Несмотря на погоду, эти фотографии сухие. Всем желающим в День М предложили присоединиться к международной акции «Фотосушка» – популярному проекту по обмену фотографиями. Здесь натянуты веревки, а бельевыми прищепками к ним прикреплены фотоснимки. Отсылка к тем временам, когда так проявляли фотоматериал. Свою фотографию желательно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю. Это безумная атмосфера, потому что всегда здесь разные фотографии, все они настолько живые, не статичные. А здесь как новички вывешивают свои фотографии, просто домашние какие-то снимки, так и профессионалы. И действительно, эта выставка вот просто что-то душевно-атмосферное. Рядом киберспортсмены борются за звание лучшего игрока в виртуальный футбол. Любители компьютерных симуляторов заранее регистрируются и ждут своей очереди. Желающих поиграть собралось довольно много. Участники киберзоны смогли принять участие в турнирах по играм FIFA и Mortal Kombat XL на платформе PS4.
Я очень доволен, потому что мы давно не проводили турниров, и сегодня прям был ажиотаж. По сравнению с прошлыми годами, сегодня было гораздо больше участников, чем обычно, и очень много людей, несмотря на погоду, пришло поучаствовать на турнир. На главной сцене праздника прошел традиционный летний кубок КВН с участием лучших школьных и студенческих команд. А затем стендап-комики развеселили владивостокцев. Резидентами шоу стали участники телевизионных программ на канале ТНТ, Comedy Battle и Открытый микрофон, а также новоиспеченные стендаперы Владивостока. Они представили на суд жюри и зрителей десятки искрометных шуток. Я сейчас это сказал и подумал, а вот я никогда не видел Путина в шапке. Ой, прикольно. Мне вообще нравится всегда День молодежи, потому что много людей, все, что-то происходит, что-то бегают, что-то творится, там что-то играют, там где-то вату продают сахарную. Вот, но только дождь может пойти, вот это... А у нас такая открытая, там вот люди сидят на амфитеатре, их зальет. Но будет смешно, им будет мокро и смешно. Несмотря на переменчивую погоду, молодежь Владивостока не унывает и развлекается как может. Ребят, как настроение? Круто. Очень круто, очень круто, очень круто. Отлично. Вообще, на самом деле, я очень счастлива, потому что сегодня будет выступать Макс Свобода. Я его очень жду. Мне кажется, что День молодежи, он вот у нас каждый день. Потому что вот здесь вот то, что сегодня показывается, в принципе, происходит каждую неделю. Отлично, да, мы только пошли, но уже столько всего интересного, и тут какие-то шутки рассказывают, там продают всякие красивые вещи. Хочется посмотреть все, настроение боевое. Более 3000 горожан стали участниками праздничного концерта в День молодежи. Организатором праздника выступила администрация Владивостока, для которой молодежь города – один из главных приоритетов. Ведь именно те, кто принял активное участие в празднике, будут формировать настоящее и определять будущее приморской столицы в ближайшие несколько десятков лет. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, новости на восьмом. Тем временем во Владивостоке на опорах Золотого моста начали устанавливать световое оборудование для следующего праздника. Крылья Востока пройдут в приморской столице уже 30 июня. В понедельник многие автомобилисты в Первомайском районе попали в пробку из-за перекрытой крайне правой полосы моста. Стоит напомнить, что праздник для выпускников края и их родителей «Крылья Востока» пройдет в Приморье впервые. Набережная Цесаревича станет главной площадкой этого праздника. Сюда приглашены выпускники со всего Приморья. Более 11 тысяч приглашений разосланы по муниципалитетам. Перед 11-классниками выступят артисты, имен которых организаторы пока не раскрывают. На сегодня док дальзавода уже лишился надписи с названием предприятия, так как борт дока, как и опоры Золотого моста, будет использоваться во время грандиозного светового шоу в честь приморских выпускников. Выяснить, что же конкретно ждет тех, кто заканчивает в этом году школу, попытался и наш корреспондент. Сейчас набережная Цесаревича живет своей привычной жизнью. Родители гуляют с детьми, кто-то катается на велосипедах, кто-то на роликах, но кто-то просто любуется видами акватории. Однако совсем скоро здесь развернется грандиозное действо. По крайней мере, так обещают организаторы первого краевого праздника выпускников «Крылья Востока», который соберет в себе 11 тысяч участников со всех школ Приморья. Каждый выпускник 2018 года имеет право получить один пригласительный билет и еще один-два, ну, в зависимости от его семейной ситуации, возможностей, еще до 2 пригласительных билетов на своих родителей. То есть, соответственно, мы гипотетически ждем по 3 человека от каждого выпускника. «Крылья Востока» – первый подобный праздник в нашем регионе. Он сделан по образу алых парусов, но ни капли не повторяет их. Действо начнется в 19:00. Торжественное гуляние выпускников будет состоять из двух частей. Первая часть – концертная программа. В ней соберутся как федеральные исполнители, так и местные коллективы. Делают программу специалисты творческого центра ДВФУ. В ней также будут задействованы коллективы вузов и школ. Но все они лучшие в крае. По словам организаторов, программа сложная. Это будет не просто набор номеров. Также они хотят выразить идею достижения мечты и связать ее с названием праздника «Крылья Востока». Лазерное шоу также будет нести определенный смысл. Далее световое шоу, которым занимаются специалисты из Москвы. Это самая сложная и дорогая часть программы. Оно начнется в 22:00. В акватории набережной между мостом и доками будут стоять водные экраны. 85-й плавучий док, где стоит подлодка, тоже будет задействован. Ну а в 22:30 жители и гости Владивостока, а главное выпускники и их родители, станут свидетелями необычного фейерверка. Это станет финальной точкой праздника.
Мероприятия «Крыльев Востока» совмещены с празднованием дня рождения города Владивостока, который тоже 30 июня. Совмещаются они в том числе и хронологически. Мы одновременно заканчиваем концертные программы. То есть концертная программа, посвященная Дню города, финиширует на Центральной площади 22 часа. А мы, напомню, завершаем свою концертную программу на набережной Царевича. И получается, что наш фейерверк, который идет после светового шоу, является общим фейерверком для двух событий. Остается надеяться, что боги природы будут добры. Ведь, по словам организаторов, если будет хорошая погода, то гостями праздника, а это выпускники, их родители, учителя и просто жители и гости Владивостока, станут 25-30 тысяч человек. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Более 900 человек в Приморье прошли анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции. Татары и башкиры Приморского края отметили Сабантуй – праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ. Пингвины Гумбольдта, привезенные в Приморье из чешского питомника, успешно прошли акклиматизацию и переведены в главный корпус океанариума. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников, и мы продолжаем. Более 900 человек в Приморье прошли анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции. Татары и башкиры Приморского края отметили Сабантуй – праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ. Пингвины Гумбольдта, привезенные в Приморье из чешского питомника, успешно прошли акклиматизацию и переведены в главный корпус океанариума. Более 900 человек в Приморском крае прошли анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ-экспедиция», которую проводит Минздрав России. Всего за 4 дня в акции, которая прошла во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке, приняли участие 903 человека. В ходе тестирования выявлено 5 человек, у которых ВИЧ-статус подтвердился, сообщили в Департаменте здравоохранения. Отметим, что в мобильных пунктах тестирования любой желающий мог пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию. Кстати, следующим регионом, в котором пройдет эта акция, станет Хабаровский край. Маршрут акции проложен через 30 регионов, где отмечены высокие показатели распространения ВИЧ-инфекции. Это Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край, Хабаровский, Амурская область, Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область и другие. Завершится акция 7 ноября. В Калининграде. Напомним, сегодня, по данным Федеральной службы госстатистики, регионы Сибири и Дальнего Востока являются лидерами по заболеваемости туберкулезом, сифилисом и числу вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией. В числе самых неблагополучных территорий находится и Приморье. А тем временем татары и башкиры Приморья отметили Сабантуй – праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ. Во Владивостоке традиционные народные гуляния прошли на стадионе «Строитель». Именно здесь собрались не только татары и башкиры со всего Приморского края, но и из Хабаровска, а также из Новосибирска. Организатором праздника выступила татаро-башкирская общественная организация «Дуслык». Дословно с татарского это переводится как «дружба». В этом году она стала лауреатом городского конкурса социальных проектов и получила от администрации краевого центра грант в размере 150 тысяч рублей. Представители национальных общественных организаций устроили небольшую выставку-продажу традиционных блюд татарской и башкирской кухни. Весь день песнями и танцами гостей
гостей радовали национальные коллективы. Также на нескольких площадках все это время проходили многочисленные спортивные состязания. Следует сказать, что в последние годы в Приморье стали проводить по два сабантуя. Первый праздник провела под своей эгидой Владивостокская татаро-башкирская общественная организация «Дуслык». Ну а как стало известно 30 июня, краевая татаро-башкирская организация «Туган-Ил» в городе Артем организует свой сабантуй. К слову, в эти дни во Владивостоке можно приобщиться не только к наследию отечественных диаспор. Андрей Голобоков открыл персональную выставку под названием «Америка. Калейдоскоп культур». Преподаватель в ГОЭС выиграл престижный образовательный грант имени Фулбрайта и почти полгода провел в Луисвильском университете, США, штат Кентукки. За границей он не только учил иностранных студентов, но и путешествовал по Соединенным Штатам. Фотографий и впечатлений из поездки оказалось так много, что Андрей Голобоков решил организовать выставку, чтобы поделиться увиденным с жителями и гостями приморской столицы. Подробности в нашем следующем сюжете. Калейдоскоп культур, ландшафтов, истории и приключений, которые увидел фотограф-любитель в США. Андрей Голобоков, преподаватель в ГУЭС, на данной фотовыставке попробовал себя в новой роли – автора экспозиции. В ней представлены фотографии, сделанные в августе 2017-январе 2018 года, когда Андрей находился в Соединенных Штатах в рамках программы Фулбрайта для преподавателей вузов. Выставка, можно сказать, что она достаточно рандомное, случайное мероприятие, во время которого я постарался выставить те фотографии, которые мне понравились, и с их помощью захотелось передать атмосферу современных Соединенных Штатов наиболее полно. На выставке представлен богатый колорит Америки. Каждый штат оставил свое впечатление, которое Андрей сохранил не только в памяти, но и на цифровых аппаратах. На выставке 22 фотографии. Национальный парк Эверглейдс, пустыни штата Аризона, фестиваль электронной музыки во Флориде и многое другое. По словам автора, он не искал кадры специально, а снимал только то, что действительно привлекало внимание. Кроме того, показали видеосюжет, сделанный Андреем. В фотографиях раскрывается самобытность американских жителей, показаны их культура и досуг, представлены природные пейзажи и городской ландшафт. Выставка поможет частично восполнить дефицит информации о культурной жизни США и представляет интерес для всех, кто изучает культурные универсалии, стили и взаимодействия народов. Эмоции положительные. Фотографии сделаны непрофессионально, как сам говорил автор, но в них чувствуется какая-то вот жизнь и видно по ней то, какие американцы настоящие. Ну, собственно говоря, выставка очень интересная, действительно, калейдоскоп культур, просто невообразимый, наверное, салат всего очень разного и интересного. А Америка вообще такая достаточно оригинальная, я бы сказала, в этом плане страна. Вот. И для меня, как для человека пишущего, очень интересный опыт представляет данная выставка. Вот. И, если честно, глядя на эти фотографии во всех этих местах, которые здесь запечатлены, очень хотелось бы побывать и увидеть, как это на самом деле вживую. Многообразие культур – это то, что объединяет Соединенные Штаты и Россию. Автору удалось показать различия между севером и югом, западом и востоком. Благодаря этой выставке Америку можно увидеть другой, непринужденной, без пафоса. Иными словами, настоящую. Анна Бережная, Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Приморская государственная картинная галерея в преддверии своего дня рождения представляет жителям и гостям приморской столицы, ставшую уже доброй традицией, неделю премьер. До 1 июля включительно жителей ожидает череда выставок, презентаций и творческих встреч. В частности, 26 июня по адресу Алеутская, 12, в 17 часов состоится торжественная церемония открытия недели премьер. Там же 27 июня в 16 часов ожидается презентация ежегодной премии «Искусный глагол» для СМИ и журналистов, освещающих вопросы культуры и искусства. Все по тому же адресу. В четверг, 28 июня, в рамках Дней Эрмитажа во Владивостоке запланирована выставка «Неистовый сын Зевса. Голова Ариса». Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Второй век нашей эры». Начало в 16 часов. 29 июня
июня, в предстоящую пятницу, в 16 часов начнется лекция «Живая античность. Античное искусство в пространстве современной культуры». Суббота отмечена как «Встреча с искусством». Это название экскурсии по выставке для слабовидящих категорий граждан, которая пройдет в этот день с 11 до 15 часов. 1 июля состоится закрытие недели премьер. В полдень пройдет праздничный концерт группы исполнителей на традиционных японских инструментах кото «Тонкай». Посетителей Приморского океанариума ждут новые незабываемые моменты общения с морской фауной. Пингвины Гумбольда, привезенные в Приморье из чешского питомника, успешно прошли акклиматизацию в научно-адаптационном корпусе океанариума. Сейчас забавные птицы переведены в главный корпус. О том, как проходит день представителей фауны каменистых побережий Латинской Америки в экспозиции океанариума под названием «Полярный мир», расскажет Катерина Матвеева. Пингвины, три мальчика и три девочки, теперь плещутся в водах главного корпуса Приморского океанариума. До этого они обитали в адаптационном корпусе. Переезд из Чехии дался им сравнительно легко. Птицы набрали по килограмму каждая. Теперь на них могут полюбоваться все желающие. Для птиц подготовили просторный вольер в экспозиции «Полярный мир». Однако на такой большой территории пингвины выглядят малышами. Специалисты опасались, что новоселы потеряются в пространстве и начнут нервничать. Но пингвины ведут себя абсолютно спокойно, поэтому доступ к ним открыли сразу. Ну, очень хорошо, им очень нравится. Большой бассейн, много света. На людей даже внимания не обращают в связи с тем, что больше им нравится познавать берег, познавать бассейн и воду. Очень любопытные, постоянно бегают за тренерами, за нами. И за людьми вообще априори им нравится. Пингвины с удовольствием изучают вольер, резвятся и плавают. Основную часть времени они проводят в воде, спят тоже в бассейне. Температура воды выдерживается в пределах 9-11 градусов тепла, на берегу 13-16 градусов. Девочки у нас вышли смелее, то есть они выходят первые на берег. Они более выбирательны в рыбе, то есть они любят поплотнее, поровнее рыбу. И мальчики, они трусливее. То есть, когда выйдут все девочки, только потом потянутся уже мальчики, быстро схватят рыбку и убегут обратно в вольер, в бассейн. К слову, среди новоселов уже сформировалась устойчивая пара, которая все время держится вместе. Как отмечают специалисты, это говорит о том, что пингвинам в океанариуме комфортно. Катерина Матвеева, новости на восьмом. Далее о спорте. Хоккейный клуб «Адмирал» потерял трех важных игроков. Приморские бадминтонисты стали лучшими на Кубке европейских чемпионов. Велосипедисты со всей России промчались по Владивостоку в рамках даунхилл-гонки. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Хоккейный клуб «Адмирал» потерял трех важных игроков. Защитники Иван Глазков и Артем Земчонок, а также нападающий Максим Казаков не отреагировали на квалификационные предложения и подписали документы об отказе от заключения контракта. Все три игрока получили статус неограниченно свободных агентов. Глазков и Земчонок считаются одними из старичков «Адмирала». Они защищали честь приморцев последние несколько лет. Казаков пришел к морякам в 2016-м и провел с ними 55 матчей. Напомню, сейчас «Адмирал» готовит к старту летних тренировочных сборов, которые пройдут во Владивостоке, Москве и чешском городе Пардубице. С середины июля и до сентября приморский клуб проведет также несколько товарищеских матчей с ЦСКА, Хабаровским, Амуром и другими командами. А вот регулярный чемпионат КХЛ для моряков начнется только в сентябре. Команда «Приморья» стала лучшей на Кубке европейских чемпионов по бадминтону. Крупные международные соревнования проходили в Польше. За победу в этом турнире боролись 14 лучших команд Европы, каждая из которых является чемпионом своей страны. Наша команда на первом этапе одержала 3 победы из 3 возможных, одолев коллективы из Испании, Польши и Люксембурга. В финале приморцы обыграли уже французов со счетом 3-1. В составе чемпионов выступали такие именитые спортсмены, как Владимир Иванов, Сергей Серант, Иван Сазонов и другие. Стоит отметить, что клуб «Приморье» является многократным обладателем этого трофея, но в последние 2 года достичь такого результата бадминтонистам не удавалось.
Велосипедисты со всех уголков России приняли участие в уникальных соревнованиях по скоростному спуску. В приморской столице прошла гонка Urban Downhill, суть которой заключается в быстрой езде по городскому ландшафту. Спортсмены преодолели экстремальную трассу длиною почти в 750 метров от памятника Кириллу и Мефодию до сквера политехников. Всем участникам предстояло на большой скорости преодолеть виадуки, крутые лестницы, подземные переходы и другие тяжелые для велосипеда участки. Необычные состязания объединили 46 опытных райдеров. По итогу кубок уехал в Москву. Его забрал действующий чемпион страны по даунхиллу Николай Пухирь. Серебро завоевал Петр Винокуров, а замкнул тройку лидеров владивостокский юниор Николай Константинович. Все призеры справились со скоростным спуском меньше, чем за 2 минуты. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Водолазы Тихоокеанского флота разминировали боезапас, обнаруженный на дне бухты у причала Владивостокского порта. Две незадекларированные металлические сабли обнаружили владивостокские таможенники при оформлении на вывоз автомобиля морским паромом в Республику Корея. Более 900 человек в Приморье прошли анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ-экспедиция», которую проводит Минздрав России. Владивосток готовится к празднику выпускников. На опорах Золотого моста начали устанавливать световое оборудование для шоу «Крылья Востока». Татары и башкиры Приморья отметили Сабантуй – праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ. В Приморском крае он празднуется уже в 26-й раз. Пингвины Гумбольда, привезенные в Приморье из чешского питомника, успешно прошли акклиматизацию и переведены в главный корпус. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Внедорожники, квадроциклы и кросс-мотоциклы. Около сотни участников. Первый в Приморье оффроуд фестиваль «Дорога к морю» прошел в пригороде Большого Камня. Про места, где участники испытывали свою технику, обычно говорят «не проехать, не пройти». Любителей экстрима это не остановило. Напротив, сложные маршруты только раззадорили их. Впрочем, лучше, как говорится, один раз увидеть, что и предлагаем сделать прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. We'll be right back.